HTC Desire 820. Такой вот дисплейный модуль Razion Touchscreen. Screen
шлейф дисплея.
как обычно, HTC напичкан скотчем. Очень уж они любят этот материал. Просто насыщен, бесит иногда такое количество скотча, прям как на китайских планшетах. Зачем? Итак, ставлю на сепаратор для равномерного прогрева. Итак, продолжаем. Снимаем. Горячий модуль. 110 градусов у меня стоит на сепараторе почти всегда. Извлекаем дисплейный модуль. Так, смотрим, на что мы его будем сажать. Подготавливаем поверхность. Теперь давайте подкинем, проверим. Дисплейный модуль. Touch. Да. В общем-то, можно не подстегивать. Дисплей.
Ждем загрузки. Черный двусторонний скотч, я думаю, посадим на акрил. Очень удобное место для проклейки, можно проклеить рамку, можно проклеить дисплейный модуль, без разницы. Итак, отлично работает. Включаем смартфон. Извлекаем дисплейный модуль. Учитывая конструкцию, я думаю, здесь удобнее будет проклеить сначала дисплейный модуль. Можно кинуть полоску пошире.
Единственное, нужно будет оставить вот эти два отверстия для датчика.
Очень удобный разъем. Вставляем все клипсы. Винтики с крестообразной шляпкой посередине. Рисуем дисплей.
Все, отлично, села. Никаких зазоров, никаких впадин, никаких выступов. Сажайте смело на акриловый скотч. Единственное, подбирайте ширину, и все будет окей. Это был Desire 820, новая модель. Я Дов, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в ремонте. До новых встреч.